Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, и мы очередно играем в очередной выпуск Underworld. То есть это у нас продолжение уже, не помню какое. Так, сколько у нас на вселение? На вселение. На выселение. Кажется, они все на выселение, конечно, пойдут. О, 5 минут. А, это типа, я нажал. Сейчас уже, смотри, все второго уровня встали. Все второго уровня. Всего лишь 5 минут. Так, у нас очередь на вселение есть здесь? Здесь у нас защитник. Ну, защитник, я не знаю, прочность ворот. Число, для чего вообще? Кто на нас нападает, что ли, кто-то? Опа, денежка. Так, этому у нас очки изгнания. Очки изгнания, нафиг они нужны все. Ребят, вы найдете другой путь. Так, левел ап, уж 8, 11, нифига нет тут. Смотрите, по 74 здоровья уже. Ну, им в прикол работать так. Так, здесь что у нас? Создание завершено. Так, теперь нужно что? Создать два предмета. Теперь опять создавай. Ну, что? Что? О. Китайский опять бейсболку. Да давай бейсболку, какая разница. 5 минут будет создавать. Потом будем улучшать все. Уже не будет проблем. Получение. Ух ты, что такое? Крепко. Материалы. Дали материалы и получение 5000. Фу. Нифига себе ресурсов. А, так, все, мы здесь практически все сделали. Осталось только пойти на мусорный город. Будем нападать. Так, ну-ка, подожди. Это что у нас? Завершить 8 за... А, тьфу ты, блин. Я думаю, что такое. Нету кнопки экспедиции. Давайте вернуться в экспедицию. Так. Цель удовлетворения требования быстрого завершения испытаний. Нет. У нас вот этот чувачок самый жесткий. Так что погнали. Погнали. Достигнуть общей длины пути. Путя. Ой, обычай нет, конечно. О, у нас же это. Все новогоднее. Новогодние олени. Так, что у нас? Раз, два. Давай-ка. Может, скоро улучшение будет. Даже не стоит будет восстанавливать противогаз. Я не знаю, наполнять его. Так, раз, два. Два. Так, что у нас? Опа, у нас три. Блин, что я промахиваюсь по нему? О, у меня уже все. Давай-ка. Во. Я думал, все уже заканчивается. Противогаз, воздух, я не знаю, как назвать. И мы будем сейчас помирать. Оказывается, нет. Все, зашибись. Ух ты, ему улучшили много чего. Взяли еще одно дрона. Кстати, его можно на распад какой-нибудь делать. Дрон, которого... Вещи, которые не нужны. Что с ними делать, интересно. Так, заброшенный завод. Так. Где у нас еще есть вещи? Все, у нас вещей больше нету. Мы передвигаемся в другой. О, смотрите, у нас вообще это... Быстренько, давай-ка. Они даже не заражаются, хотя у нас, по-моему, был это, ядовитый. А, сейчас вместо ядовитого взяли мы... Опа-на. Так, тихо. Уже теряем жизни. Что, кстати, очень странно, что я уже теряю жизни. Ну. Блин, уже много потерял. Ребят, достигнут масс путей. Где я? Где? Враг.
Уже 65. Но у нас скоро апнется левел. У нас осталось 300 всего хп. Сейчас пока пособираю здесь все, уже апнется все. Все вещи соберу, точнее, все апнется уже. Так. Так, так. 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 Все на аповый. О, осталось вообще 200. Жалко. Будет, если я не успею апнуться. Ну, я сейчас побегу на рожон, как говорится. Вон, возьму этого, освобожу. Хотя бы так. Ух ты. Все, у нас сейчас апнется. Вот, ап-левел. Все, братан, все, зашибись. Не надо было освобождать этого чувачка. Оставили бы. Все на потом. Так, раз, давай. Так, давай-ка, давай-ка, давай-ка. Вон. Раз, давай-ка, давай-ка, давай сюда. Ну, опять дрон. Я не знаю, вот лучше дрона пока не могу найти. Где они будут? Наверное, выше, конечно, уровня будут. Ну, охота уже помощнее его взять. Что-то он с первого раза никак не может убить. Сейчас со второго. О! Увеличение ракет. Фу. Тут у нас бонусы еще. Бонусы валяются. Так, получаем все, взяли. О, еще какой прикольный. Вот только сказал про дрон. Смотри, какой прикольный дрон попался. Да? Вот, ядовитая ракета. Вот она. Вот она. Ядовитая ракетка нужна. Ракетки. Ракеты. Тут же, о, двойной вообще. Вау, вау. Здесь, по-моему, как раз и это. Вот, давай-ка. Давай, чух-чух-чух-чух. Босс. Блин, босс. Давай, босс. Хьюго, босс. Вот. О, все, варнинг. Все нормально, ребят. Не волнуйтесь. Все сделано. И опыт у нас уже 13-й левел. И опыта много уже получил. О, отбрасывание, ох ты. Такие улучшения сейчас пришли. Не вовремя. Когда уже, по сути, не надо. И не нужны они. Так, раз, раз. Здесь вот взяли. Раз, два взяли. Но у нас он теперь жестенький, жестенький. На следующем уровне еще столько же нужно опыта примерно. Это уже неплохой результат, как я считаю. Так, дрон у нас какие дроны? Не, ну дрон вот что-то слабоватенький. Слабоватенький. Вот заправка, продажа. Что продажа? Чего продажа? О, продажа даже можно. Подожди, пока не надо. Вход в бомбоубежище. Так, не хватает 12 мест для хранения. Очистите или расширьте. Окей. Так, продажа. У нас, знаете что? У нас кусок кожи, ткани, батарейка. Разбор футболка. 4, ну-ка, все разбор. Предметы не получены, демонтаж не удался. Давай-ка подработай, я говорил. О, окей, лампочки. Жжж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 
Вот 5 дронов вот этих вот надо продать, это 100%. Вот этот продать мне не нужно. И вот эти по 5, они вот не нужны вообще. Так, бейсболка, цепь, плита, ну это все оставим. Костюм за 6 тоже вот продать их 5. Да вообще даже за 8 продать. Что они тут делают? Носки оставим, это оставим, продажа. Число предмет продажи. Редкого и более высокого качества. Выбрать предмет редкого и более высокого качества. Да, да. Какая разница. Так, 120. Теперь нужно дозаправка. Для подзаправки нужно блокировать вход в бомбоубежище. Добыть предмет костюма эльфа. Ну-ка, подожди-ка.
Кстати, надо подзаправиться сюда, вот точнее, закинуть его. Потом, ой, потом выбираем резидента. Потом здесь убираем его. Здесь у нас какая маска? 13 стоит, да? Здесь у нас 32, ух ты, хорошо. А здесь 9. Подожди, вот 9, 0,5, особые свойства, только не понимаю, почему он стоит типа выше. Урон-то у него какой? У него урон 6 всего. Срочки отсрочка. У него отсрочка. А, у него отсрочка на 0,5. Он быстрее. В два раза. Слушай, ну давай тогда возьмем. Почему бы и нет? Попробуем. Так, а теперь ты. У нас бейсболка 9. Давай-ка вот этот заменить на бейсболку. Это у нас костюм нормально. А этот 6 отбрасывания. Ну тоже 6 на 0,5. Кстати, это 6. Тот же самый, по-моему. Прям быстренько, быстренько. Будет стрелять. Так, вот этих завершено. А, нет, это мы продлеваем. Вот, эти уже превращения в резидента. И еще одного превращения в резидента. И выгнать. 7 очки изгнания. Еще выгнать 6 очки изгнания. И как бы 2 резидента. Вот этот. И еще 3-звездочный. 5-звездочный. Я не знаю, сколько я его буду там лечить. 10 тысяч денежек у нас еще. 10. Так, 2 резидента. В принципе, неплохо. Неплохо, денежки уже побольше стало. Ладно, ребят, на этом все. С вами был Швилля. До новых встреч. Пока.